Привет, народ Ютуба. Посылочка за доллар. Здесь у нас собачья тренировка или что-то в этом роде. Ну, что-то для собаки. Дошла довольно-таки быстро, я просто в шоке. Я ее не ожидал так быстро получить. Чуть болтается. Угу. Так, надеюсь, видите, да? Это у нас подсветка. Средняя, это у нас собака стоять. И собака лежать, крайне самое. Так, ультрасоник, Pet Trainer. Кнопочка питания кроны. Излучатель. И два фонарика, да? Ну, просто освещение, я так понимаю. Интересно, интересно. Сейчас найдем крону. Она хоть работает. Да, вроде закрывается. Так, кроме всего, имеется описание, документация. 150 дБ. Не знаю, децибел, наверное. Описание, чего, как делать, как пугать собак или тренировать их. Не знаю, ссылку в описании оставлю, посмотрите. Что-то мне переводить не хочется, но поэкспериментируем. Сейчас крону найду. Есть крону, нашел. 19 гривен стоит у нас такая штукенция. А уже освещение включилось. Я думаю, на крону освещение это расточительство. Так, тут начинаются косяки. Так, ну, в отношении освещения не очень. Очень-то и хочется. Собака стоять. Ну, вроде как, какие-то щелчки есть. Но я ничего не слышу. Собака лежать. Ну, какой-то звук есть, я не знаю, вот на камеру слышно, не слышно. Я возле микрофона понажимал немножко. Надо, значит, нам на улицу пойти и попробовать понажимать. Сработает, не сработает, не знаю. Насколько это серьезная штука. Там написано, что он отпугивает. А тут написано, что это тренировка собак. Фиг его знает. Так, предлагаю вскрыть. Я уже два болтика выкрутил. Тут и тут. Значит, я его и протестировал уже. Реагируют собаки, но не все. Я не знаю, от чего зависит. Породистые практически не реагируют. Не хотят реагировать. Что-то не пускают меня тут. Защелки, наверное, тут стоят. Это вроде ломать не хочется. Да, как всегда. Никакой защелки здесь не оказалось. Просто тупо на клей посадили. И это неправильно. Так. Тут тоже все клеем залили. Такая простенькая платка. Часть деталей я не вижу. Но тут LED один. Там LED второй. Ну, вот эти светодиоды, по всей видимости, отсюда. Переключатель. Питание. Там, наверное, SMD-шные.
компоненты. Да, там и микруха есть. Как все туго выходит. Как все, ну, стрёмно тут уложено. О, еле вытащил. Вот она, сама структура компонентов. Это у нас стабилизатор. Это у нас стабилизатор 5-вольтовый. Зачем надо было крону? Можно было бы батарейки. Давная микросхема, неизвестно, что на ней написано. Ничего не написано, поэтому не знаю, что с ней. Трансформатор, который идет на вот этот излучатель. В общем, тут покрутил перед вами. Вот так оно все дело выглядит.